Как и обещал, друзья, показываем, как выглядит обработанное дно на автомобиле Kia Ceed. Видите, что тоже все нанесли, все полностью нанесли сплошным слоем. Так это все выглядит. Правая сторона автомобиля. Такой вот ковер. И левая сторона. Напоминаю, что толщина этого слоя достигает 4 мм. Даем сейчас часов 5-6 машине отстояться. И можно пользоваться. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.